Золушка, уже иду. Это ужасно, это на нас совсем не похоже, мы гораздо красивее. Я тут какая-то толстая. Это только эскиз, мне нужно еще добавить красок, подрисовать мелкие детали. Я пришла, вы уже закончили? Почти, но мы ужасно разочарованы. Где ты его нашла? Он совершенно бездарен. Я встретила его вчера на площади в городе. Он рисовал замечательные портреты. Я подумала, что он вам понравится. Ну, значит, ты ошиблась. Тебе совершенно нельзя доверять. А что касается тебя, ты уволен. Мы найдем другого художника, настоящего художника, который сможет изобразить нашу красоту. Нам нужен такой портрет, который мы сможем показать принцу, иначе он в нас не влюбится. Отличная идея, Катрин. Будем только надеяться, что эта пустая трата времени не позволила другой девушке украсть у нас место на троне. Подожди, прошу, не уходи. Ты же слышал, я уволен. Мне очень жаль, что все так получилось. Я думаю, они поступили нечестно. Не извиняйся. Как только я увидел их, я сразу понял, что с ними будет сложно. О, боже мой, это же работа художника Заре. Ты знаешь его? Конечно. Нет художника, который не мечтает достигнуть таких высот, как он. Это настоящий шедевр. Я стал художником, потому что увидел одну из его работ в детстве. Это любимая картина моей мамы. Она ей очень дорожила. Не сомневаюсь. Очень трудно найти его ранние работы в наши дни. Я всегда хотела встретиться с мистером Заре. Ты случайно не знаешь, где его можно найти? Я слышал, что он живет отшельником в старом замке. Он стоит на горе, окруженной водоворотами, рядом с водопадом, к северу от замка Эмеральд. К северу от замка Эмеральд. Тревожный художник. Портрет. Это замечательный способ дать понять Чарльзу, что он будущий король, и заставить его вести себя соответственно. К сожалению, тот художник, который рисовал мой портрет, уволился. И я не знаю других стоящих. Предоставьте это мне, Ваше Величество. Я как раз знаю замечательного художника. Но он довольно мнителен и не покинет свою мастерскую. Если вы желаете, я могу сопроводить принца Чарльза к нему прямо сегодня. Я знал, что могу положиться на вас, герцог Зарал. Спасибо. Это честь для меня, Ваше Величество. Вы звали меня, отец? Хорошо, что ты пришел, Чарльз. Ты сейчас поедешь с герцогом Заралом, он проводит тебя в мастерскую художника, чтобы тот нарисовал твой портрет. Отец, зачем? Принц Чарльз. Портрет займет время, вам нужно поторопиться. Ты прав, это небезопасно. Я поеду за тобой, Чарльз. Уверен, что у него что-то на уме, но я не мог отказаться при отце. Придется быть осторожней, вот и все. Заре, вы самый великий художник всех времен. Ты знаешь о моих силах? Поэтому я здесь. Ты хочешь сказать, чтобы я брал свою кисточку за такую смешную сумму? Конечно, нет. Я знаю, сколько стоит оригинальный Заре. Жди меня здесь. Как странно. Его нет дома. А кто-то там есть. Я чувствую запах. Посмотри на все эти портреты. Какая красота. И каждый из них написан Заре. Я не разбираюсь в искусстве. Ну, а от этого места у меня мурашки. Что ты имеешь в виду? Кто вы? Ой, извините, я бы хотела поговорить с мистером Заре, пожалуйста. Зачем? Заре очень занятой человек. У него нет времени для болтовни, юная леди.
Ты выглядишь так, что ясно, у тебя нет ни копейки, а в таком случае мне незачем с тобой разговаривать. Пожалуйста, сэр, не прогоняйте меня. Я пришла, чтобы заказать портрет. И у тебя есть 100 золотых монет? 100 золотых? Если нет, наш разговор окончен. Нет, стойте! У меня дома висит одна из ваших ранних работ. Моя мама ее очень любила, и я тоже. Поэтому я и пришла к вам, чтобы попросить написать в вас портрет моих сестер. Но я не могу дать вам 100 золотых. Извините, что побеспокоила вас. Подожди, я хочу посмотреть на тебя в свете. У тебя очень красивое лицо. Не помню, что когда-нибудь видел такое красивое лицо. Скажи, как тебя зовут, девочка? Меня зовут Золушка, мистер Зуре. Ну, Золушка, я хочу написать твой портрет. Нарисовать меня? Это какая-то ошибка. У меня совсем нет денег. Мне не нужны твои деньги. Представляешь, Патч, у меня будет портрет, написанный Зуре. Тихо. Извините. Не шевелись. Тихо. Ой, я забыла. Ты в порядке, Золушка? Да, Патч. Я нормально, просто немного устала, вот и все. Что случилось? Меня так внезапно стало клонить в сон. Я что-то совсем сама не своя. Золушка, что такое? Просыпайся, Золушка, проснись, проснись. А ну, не трогай ее. Я еще не закончил. Отпусти ее, вернись. Что случилось с Золушкой? Стой! А ну вернись, глупое животное, я не закончил. Сколько еще можно ждать? Я заберу назад деньги. Я готов. Ты скажешь нам, что происходит? Я бы и сам хотел знать, но что-то не так. Она просто заснула, пока он рисовал ее. Но это было очень странно. Нам нужно позвать кого-нибудь на помощь. Ой, смотрите! Мисс Пуле! Бедняжка, как ты себя чувствуешь? Мисс Пауле, это вы? Что со мной случилось? А, кажется, я вспоминаю. Заре писал мой портрет, а потом... Заре? Ты имеешь в виду Заре, великого художника? Да. Значит, он все еще занимается своими делишками. Понятно. Нам совершенно необходимо вынести твой портрет из его замка. Что же замышляет Зарал? Зачем он привел меня сюда? И как с этим связан этот старик? Зарал, ты отвлекаешь моего натурщика. Оставь нас. Ты мешаешь. Как скажете, Заре. Не шевелись. Какое странное чувство, как будто у меня забирают мою силу. Давным-давно Зуре обосновался здесь, чтобы изучать черную магию. Теперь, когда Заре пишет чей-нибудь портрет, душа натурщика заточается в портрете навсегда. И теперь Заре заточает в свои холсты души людей за баснословные суммы денег. Это почти случилось с тобой. Но это невозможно, Паулет. Картина моей матери такая красивая. Она полна теплоты и радости, я знаю. Когда-то Заре был прекрасным художником, настоящим гением. До того ужасного судьбоносного дня, когда все изменилось ужасного. Дальше вам опасно идти. Ждите здесь. Я пойду все улажу. Вам одной там слишком опасно. Не волнуйся, малышка, я справлюсь.
Где ты, Зоре? Отвечай мне. Зоре ужасно занят, он работает. Вы потерялись? Может, вам помочь, подсказать что-нибудь? Я знаю этого человека. Как же его зовут? Ах, да, герцог Зарал. А что он делает в замке Зоре? Нет, я не потерялась. Я пришла навестить своего старого друга. Я проходила поблизости и решила заскочить, устроить ему сюрприз. Как мило, он будет доволен. Поблизости, значит. Ай, как много воспоминаний. Я почти забыла, как он талантлив, особенно в отношении портретов. Эй, куда? Куда это вы? Это принц Чарльз. Стойте! Что вы делаете? Вот так. Посидите тут пока недолго. Что все это значит? Разве так обращаются с гостями? Кто-нибудь, помогите! Значит, в опасности не только Золушка, принц Чарльз тоже. Ох, если бы я только не обронила свою волшебную палочку. Патч, мне нужна твоя помощь. Патч, помоги мне. Это Паулет? Мисс Паулет зовет меня. Ты уверен? Да, она в беде. Патч, будь осторожен. Надо помочь им. Еще пара мазков, и все будет кончено. Принц будет повержен, заточен в собственном портрете. Это слишком просто. Ха-ха-ха. Патч, нет! Куда ты? Эй! Сейчас не время для игр! О, нет! Это принц Чарльз! Когда Зоре пишет портрет, душа натурщика переходит в этот портрет и остается там навсегда. Это ужасно! Портрет почти закончен! Что мне делать? Что ты? Почему у меня чувство, что мы раньше встречались? О, мистер Зоре! Золушка? Извините за то, что случилось. Мне просто нужен был свежий воздух. Вы можете закончить мой портрет? Конечно, я почти закончил. Подожди меня снаружи. Нет, пожалуйста, закончите его попозже. Мне не терпится посмотреть на свой портрет. Что это значит? Вон отсюда, Зоре занят. Отпустите меня! Зарал, не смей, в моей мастерской я решаю, кого рисовать. Не на этот раз, я заплатил тебе, чтобы ты написал портрет принца. И ты сейчас будешь это делать, я отпущу ее, как только ты выполнишь мой заказ. Ну, Заре, никто не смеет отдавать мне приказы. Неважно, сколько он мне заплатил, присаживайся, малышка, я закончу твой портрет. Спасибо. Ты упрям, как осел. Помогите. Кто-нибудь, выпустите меня отсюда. Мы здесь, Паулет. Патч, слава богу. Паулет, Патч, прошу вас, торопитесь. Патч, ты меня слышишь? Я хочу, чтобы ты сделал то, что я скажу. Тебе нужно забрать у Зоре портреты принца и Золушки и смыть их водой. Это единственный способ освободить их души оттуда. После этого попытайся найти мою волшебную палочку. Скорее, мы надеемся на тебя. Быстрее, я прошу. Мы уже нашли вашу палочку. Помогите, Паулет, я займусь портретами. Этого еще не хватало. Золушка, проснись. Уберите отсюда этого зверя, Зарал. Брысь, брысь. А ну, это мой портрет, что ты делаешь? Вернись немедленно, это мой. Благодаря моим силам твоя красота будет жить вечно на этом холсте. Остановись!
Что случилось, Золушка? Ты в порядке? Золушка, ты меня слышишь? Отвечай мне, это Чарльз. Очень скоро Золушка обретет вечную жизнь в ее прекрасном портрете. Что это значит? Когда я дорисую ее правый глаз, ты поймешь. Вот ваша палочка, Паулет. Чучу Бинго, спасибо. Я не позволю тебе применить твою черную магию против Золушки. Отдай мне холст. Ты не помеха мне, Чарльз, я бессмертен. Но я дам тебе победить. Чего ты ждешь? Порази меня своим мечом. Вернись! Отдай мне портрет! Сдавайся, Заре, ты окружен! Я не отдам вам этот портрет. У меня все еще есть шанс. Где Чарльз? Он в порядке? Это был единственный портрет, который я действительно хотел написать за многие годы. Золушка в безопасности, Чарльз. Но я думаю, тебе лучше, чтобы она не видела тебя. Езжай домой. Она права, Чарльз. Моя лошадь вон там. Мисс Паулет, все в порядке? Как принц? Все хорошо, дорогая. Чарльз уже уехал домой. Ой, я так рада. В лучшие времена Заре был замечательным художником. Он рисовал портреты королей и других знатных людей. Его талант был общепризнанным, и все хотели позировать ему. Все было замечательно, пока не настал тот день. В королевство пришла ужасная болезнь. Многие умерли от нее, включая большинство из тех, чьи портреты написал Зоре. И с тех пор пошел слух о том, что Зоре способен наводить порчу на людей с помощью черной магии. Вскоре слух распространился по всему королевству. Зоре был изгнан. Он ушел в этот замок и поселился в нем. В конце концов, он и сам поверил в этот слух и начал отнимать души у людей, рисуя их портреты. Бедный Зоре! И все это из-за глупой ошибки! Мистер Зоре, я могу понять, почему вы перешли на сторону черной магии, но я знаю, что такой талант, как у вас, может идти только от чистого и доброго сердца. Вы не могли бы написать другой мой портрет, сэр? Но я пытался заточить твою душу, и теперь ты просишь меня написать твой портрет опять? Да, еще маленькой девочкой я мечтала о том, чтобы вы написали мой портрет. Не могу же я упустить свой шанс. Все нормально. Дождь, который я послала, смыл все зло из твоего сердца. Отныне ты будешь рисовать так же, как и раньше, с теплотой и любовью. Спасибо. Вы подарили мне новую жизнь.